придавило. Может быть, поскольку там не хватает светлости, взяла белил и чуть-чуть подштриховала туда белил. Нашвыряла вот эту темноту. Взяла мастихин, расштриховала. И посмотри, какие мы создаем идею дальнего плана домов. А сюда прямо возьмешь голубинку, коричневинку, и напачкаешь темноты вот в это пространство. Раздавливай темно. Вот. Помнишь, я сделал вот такое движение, и да, мы вроде бы обнаружили, что оно прикольное. Да. Вот смотри, вот сейчас красочка стала, посмотришь, вот прямо вот, старинная архитектурка. И в пользу голубого, и в пользу бирюзового, и в пользу желтого. То в пользу одного, то в пользу другого, то в пользу третьего. И буквально вот таким штришочечком создаем дымочку второго плана. Вот тут. Супер, ну какая же красота. Может, портить не будем? Два слова нарисуем, да и следующие. Очень красиво, молодец. Значит, что мы можем, как мы можем поступить? Конечно, в картине много коричневого. Значит, взяли жидкость, взяли коричневый, взяли голубой, взяли красный, желтый, взяли белильца. То есть вот прямо создаем, заквашиваем картину, правда? То есть нам вообще не нужен предварительный рисунок. Положив фоновое пятно, мы всегда можем порисовать. Что-то такое, чтобы на это было прикольно смотреть. Ладно? Сначала закрасишь там то, что было, Даша, а потом совершишь поступок. Есть как бы вот такая грубоватость письма, как будто бы художника кто-то в спину гнал. Что он очень торопился сделать этюдики и идти срочно кофе пить. Ну, так, вместо физзарядки дурной пошел пейзаж смотрю. А вообще он шел кофе пить. Ему, конечно, день было вот это вот вырисовывать. И он так нашвырял и побежал. Вместо вот этих козяб, которые я делала, раздавленный мазочек. Раздавленный. То есть, вот эту мастихиновую шпатлевочку чередуем с кистевой густятиной. Плюс вот это никакость, да? Прямо стекло. Если здесь вот имеет право быть вот такая густота, то здесь наоборот не имеет. Логично? Вот по логике вещей. Поднимаешься. Ага, и аж на... О, ага, молоток. Аж на носочки становись, смотри, прямо вместе с ней, смотри. То. Еще пару раз потренируйся, а потом сделай пару своих. Конечно, переборщила к ним внимание. Вот пусть вот это вот и останется. Чуть-чуть где-то, совсем чуть-чуть. Подшлепывать густую краску. Не все подряд, сохраняя вот ту тишину. Попробуешь тоже. Прям по моим следочкам поставишь, пощупаешь. Хорошо? Так. Здесь тоже мутновасти. Темноту теневую посади. Толщину ствола покажи. Помнишь, как у тебя в три мазка было? Вот сделай чуть ли не в три мазка. Чтобы преодолеть зеленый, берем желтый чуть-чуть с розовиночкой. Опять же, смотрим по обстоятельствам. То есть, если есть возможность одним инструментом, пробуем. А, не пошел. А взяли другой инструмент. Лежачая кисть. Макательно-чиркательно. Чуть-чуть подчеркиваю. Давай. Ага, отлично. Молодчинка. Хорошо.